улыбочки. Приятно будет. Привет. Доброе утро. Доброе. Доброе. Как на картинке слишком все прилично выглядит. Что у нас за полка? Ну, Анатольевич, весь во внимание. Вы дождик прислали нам, да? Пилите, Шура, пилите. Тонкая настройка. Всех французов победю. Да. Да, всех французов победю. Не только французов. Итак, задача на первый полет. Выполняем полет, имитируем выступление на соревнованиях, обязательно произвольный. На взлете включаем часы, заходим в фигуры безопасности, разворачиваемся. Первые 4 фигуры обязательного произвольного комплекса, быстренько разворачиваемся и уже с отмашками весь обязательно произвольный комплекс. И по окончании замеряем времечко. Привет. Молодой человек, доложите разведочку погоды. 600 метров в общем. Там будут штопора, правильно, Василий Анатольевич? Там на том квадрате виточек четвертью. Не знаю, может, у него там это проблем не было. У меня с лимбическими самыми, это столько раз там путался. Вот виток, виток четвертью, знаешь. Вот по срубе вроде бы, то ли не докрутил, то ли перекрутил. Там будет проблемка. Педалька, ручкой не надо. Ручкой, ручка, если мы при данной ноге ручку начинаем вытягивать, он еще может ускорить это самое. Педалькой, педалькой. Педалька тормозная. У нас вот педалью вот мы так выдерживаем раз, скорость вращения. Раз, да, именно так вот, да. Именно вот ловишь, чтобы выдерживание скорости. Да. На половиночку прибираешь газ. Где капот оставляешь? Но на какой скорости даешь ногу и при этом сколько газа? Потому что половинный газ это тоже многовато для вас. То есть мы стоим на площадке, чтобы с этим половинным газом, чтобы поиметь за 3 секунды нужную нам скорость. Нужная скорость это в районе 80. Ага, поимели, но с этим половинным газом это тоже многовато. То есть прямо перед дачей мы еще на половиночку прибираем, то есть четверть получается. Все. И даем ногу и ждем, когда он уходит, и где прибираем газ. Понимаешь, то есть вот эти все вот эти вещи надо стандартизировать, и тогда у тебя более-менее штопор будет так, ну не то, что один в один, но очень близко получаться.